Орловские аграрии с особым вниманием следят за прогнозами погоды. В администрации региона в среду апеллировали вполне оптимистичными данными. Представитель «Орел Гидрометцентра» озвучил прогноз на ближайшие дни. Улучшение погоды будет. С понедельника прогнозируется улучшение без осадков и будет достаточно тепло. То есть температура будет достигать 30-33 градусов. На заседании сезонного штаба по уборке урожая, которое провел зампред правительства Дмитрий Бутусов, аграриям напомнили, что необходимо максимально эффективно использовать каждую погожую минуту для уборочной. Тем более, что в этом году зерновых предстоит убрать практически на 90 тысяч гектаров больше, чем в 2014 году. Общие посевные площади в регионе тоже значительно увеличены. Так что беспокоиться о том, будет ли регион с хлебом, не стоит. Наша ситуация, она, наверное, более или менее управляемая. Сегодня мы зависим, наверное, от погоды. Техника более или менее сегодня готова. Там, где сегодня ее не хватает, хозяйства усиливают, берут в аренду. Самая высокая сегодня урожайность 37,5 центнеров в Покровском районе, 35 в Дмитровском. Самая низкая урожайность – это Должанский, Ливинский, Колпнянский район. Представители сельхозпредприятий и власти обсудили ряд проблем, в том числе связанных с погодой. Дожди привели к прорастанию сорняков. Сегодня ведется обработка этих посевов. Обработано более 40 тысяч. Эта работа продолжается. В противном случае уборка будет затруднена и будут большие потери зерна. Также Дмитрий Бутусов вернулся к вопросам организации работы и транспорта на дорогах во время уборочной. Еще на минувшей неделе представители власти, бизнеса, дорожные службы и полицейские совместно вырабатывали решение по этой проблемной теме. С одной стороны, необходимо в кратчайшие сроки вывести весь урожай, при этом не нанеся урон дорогам и бюджету хозяйств. Федеральным законом штрафы за перегрузку предусмотрены солидные, до 500 тысяч рублей. Избежать их на законных основаниях можно, если получить в «Орелгосзаказчике» разрешение на перевозку груза сверх положенной нормы. Мы вышли с инициативой к нашему госзаказчику с просьбой рассмотреть возможность, чтобы эти тарифы и эти платежи были доступными. Руководителям АПК районов просьба. Еще раз вот подчеркиваю, организационная межведомственная работа проведена, понимание есть. В каждом случае практически может быть найдено решение по разрешениям. И тогда у вас будет, что называется, у водителя в кабине лежать этот документ, и вы будете спать спокойно. Члены правительства заверили, что двери администрации для сельхозпроизводителей всегда открыты. Тем более, что впереди не менее горячая пора. Постепенно начинается подготовка к посевной.